Лейла Фарухар родилась 23 февраля 1958 году в Иран, Исфахан. Является иранской певицей и актрисой с 3 лет. Она переехала в Турцию в 1974 году, а затем в Париж в 1988 году эмигрировала в Лос-Анджелес. Лейла – дочь покойного иранского актера Джахангира Фарухара. В детстве она выступала в кино в небольших ролях, получая признание за свою роль в «Султане Галбхе». В подростковом возрасте она начала моделировать журналы моды. Она продолжала сниматься в кино и выступала в более чем 47 фильмах. Война с соседним Ираком негативно сказалась на иранской кино и музыкальной индустрии. Семья Фарухар осталась в Тегеране, пока не решила эмигрировать из страны. В 1988 году Фарухар и ее семья переехали в Соединенные Штаты. В том же году она выпустила «Махмали Наз», а затем в 1989 году и песня «Эйдиль» стали очень популярными. Песни Лейлы, популярные в таких странах, как Афганистан, Таджикистан, Ирак, Армения и США, она выпустила более 20 альбомов. Ее альбом «Планета и гармония» включал песни на английском, итальянском, греческом, арабском, иврите, афгани, армянском, турецком и курдском языках. В августе 2004 года Лейла вышла замуж за ирано-американского бизнесмена из Лос-Анджелеса Эси Наби. В 2006 году Лейла Фарухар пела на 3 концертах в Таджикистане в память о арийской цивилизации.